Riptide, Denny orbs away. I don't see the point. And now he got what? He tried to drop the ulti on Arsene. That looks so in range. And now he can't get it. The Riptide 16 HP. The crew's gonna fly in. Oh, the orb! Ah, oh, Denby! Naga just needed one swing of the blade. And Denby would be gone from the face of the earth. Хвост прыгает на бёрнинга, хвост, тычечка, нормально, умер. Скинкер здесь, ой, беда тут у наших пацанов, Хвост уходит отсюда, пупеет точно гоплык. Хвост пытается драться, лонг диди без маны, связали хвоста. Ай-яй-яй-яй-яй, дай дуль дует, хвост, хвост, ну, Саня, живи, Пупей умрет. Пупей на развороте, здесь Дэнди пришел, Дэнди минус два, Пупей умер. Дэнди с Кинкера берется, Дэнди минус 3! Лонг DD! Дэнди! Сильно обгонял какое-то время назад, а теперь уже, мне кажется, догнала его, именно потому что мешали очень сильно. Забирают на мини, тем временем кубика. Смайл отлично действует, он постоянно не стоит, он, короче, где-то там на месте, он помогает здесь забирать, и, правда, он в момент умирает. Не ожидал, наверное, Смайл, что вот так вот его могут забрать. Ошибся. Дэндик убивает еще Акашу, отличный килл от Дэнди, и Акаша переоценила, прямо скажем, все ее возможности. Phantom Strike currently up for Rubik, so he's a quick jump in. With a killing off Roshan down a half life, in comes Tong Fu. There we go, Na'Vi is locked. Wards to go down, the prep is there, and Na'Vi Puppy will have to turn around for the biggest flag of his life. 1 second, 0 seconds, now he can play call, what a wall! And into the back! Huge hit on Tong Fu! They've lost 3, they've lost 4, it's a disaster! They've lost 5! Na'Vi, it could have been amazing for Tong Fu, but what a play by Light of Heaven and Puppy! Может будет дальше, Максис получил что, я не знаю. Посмотрим, как будет хвоста. Ой-ой-ой, Дэнди на факен надо налетает, и это фарсблат, Нави, браво, Нави, красавцы, Чен забирает ПБ. Не Дэндик, Дэндик побоялся, что может его начать бить тауэр, в итоге оставил ПБ. Чену 1-0 Нави, молодцы, хорошо вышел у нас, причем на паунте в кадре, потом. И сразу вытягивает его под бар, Дэнди, иди сюда, факен мэтт, красавцы, Нави, 2-0, вот это начало. Fucking Mad просто подпиживает, молодцы, Нави, красавцы, вот так надо действовать, просто. Так, Фурион здесь не достает. Связали вас, конечно, я говорил вас так, но там еще не всем связали, не получилось, надо продолжать бить Тавр. Здесь пытался что-то пройти, нет, Тавр продолжает бить, держал Волк, дай ему стан. Вот, ну и кто будет помогать, ульт, хорошо, вылезли, поставь, Инкинг, никого, Сюндрен зашел в толпу, Лох втягивая их, Дэнди прибавит в толпу, здесь раскат, отмаял, Сюндрен уже умер, Дэнди стягивает Пакенмет, а Таур тем временем упал, ебав, минус, Шокс, минус, Пакенмет, минус, минус, 4, Нави, минус, Бараки, завози это мясо! Вот это нормально, еще и поймали Бунзи на 3 секунды, Хвостевич, не надо отпускать, вот это разрыв! Далер 1-0, и Нави уничтожает Бараки на 17-й минуте. Ох, красавцы! Тарара, тарарочки, победа! Нави победа! Готовы наши дальше драться. Пуловые, лост, есть идолоны, есть КБ. Закол 35 секунд. Заходим на ХГ, там нет слипа, там нет... Тянули свет, стой, тут остров, трудился.
Ванька! Ой, Бендвин! Ой, Парюга! Ливайте, пацаны, ливайте! Ливайте! Как ПП! Как ПП! Нави! 22 секунды в конце ходить, да, вот просто дождаться. Вот этот криповый сразу можно будет заходить правильно. Нави так будет делать. Нави так будет делать, так и надо делать, братюни. Опа, прыг сюда, вяжет по двоих. Феди прыгает, тультует, подкоп по двоим, по Беллам, дискордом, отлично, минус один, минус два, кью-кью-кью, Феди Ката. Убивает QQQ, умирает он Иксаса, Хиксели, под медалька, минус 4, были байбеки, неважно, ловить Кюпиткета, вяжет, лост, лост, ваши крушоты, легендарный за драку, минус 5 делают Нави, вы байбек. Ой-ой-ой, Стана попал по ланему, лост. Ой-ой-ой, АБКБ это уж там спит. Наверное, приятные штукенции, Фурион, увидите, здесь уж линию, надо сходить на бараке, заходит на бараке, вот он Хауль, убей, пошел ломать, Ланем пытается ему мешать, бараке надо бить сильнее, Икс ходит, копает его, Икс не успеет, БКБ включить, минус Икс на БКБ, Ланем пытается жить, уходит отсюда, скорее всего не уйдет он, нет, все-таки отпихивает себя, Дэнди за ним, минус Ланем, минус 2, Фурион здесь дерется, копает его хвост, Дэнди тоже должен делать этот фраг. Да, Дэнди делает фраг, Дэнди делает трипл килл, Дэнди, дайте ему еще кью-кью-кью, Дэнди делает ультра килл, где этот пятый китаец, где этот миномансер, где этот рэмпэдж, Дэнди, браво, Нави, вот так надо играть в дот. Тут можно, нет, тут тавр нельзя понапрягать. Миди подняли супера, он с ДД, Стас, убей, тычка, ну, сук. Красного убили, хорошо, нормально. Погнаться за ним невозможно, ну хотя можно, ребят, у него же сейчас закончится ульт. Контроль его, контроль, контроль волками, разбил. Стопить, 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 стопить. Клэпает здесь, стопит волками, Дэнтик. Хорошо, они юзнули. Здесь юзнули, мы заходим на хэкграунд. О боже, Нави заходит на хэкграунд. О боже, как быстро падает под хаулем Т3 Тауэр. Флип, купей, он с агонимом. Дэнди живет, о боже. Нага без ульта. Папи, юзни ульт. Папи, папи за Берлинга. Просто Тауэр, просто Тауэр, просто Тауэр. Хорошо, хорошо. И Нику почти вытянули. Папи грызет, папи теряет агоним. Он знает, что делать, хвост здесь. Может бараки, папи. Панда ультанула, убегаем! Убегаем все! Папи теряет, похер на него! Боже, что творит вообще этот эстонский чувак? Он просто наводит типишу на всю команду! Что? Панда сейчас закончится ульт! Хвост не дает Петра! А, хвост должен отойти! Здесь куча иллюзий! Иллюзии забили! Ульт сейчас заканчивается! Вот! Ульт! В Нику! Минус! Ай, живет папа! Убегает, убегает БКП! Ой! Подняли, сбили! Рубик! Минус раз! Давай, хвост! Хвост дави! Хвост минус два! Лишак минус три! Все выкупаются назад, они выкупаются, убили четверых, двое выкупились. Бараки, бараки, Нави, бараки, бараки по виду падают. Еще немного, и Нипу. Пердинга, вести, Пердинга. Да. 4-14, вторые бараки, трипл килл. Хвост, хвост прыгает на стуле. Я здесь тоже прыгаю на стуле, у меня штаны слетели, спасибо его. Супер, туда, Смайл, Стан, Серега, Серега, Стан, Серега, Стан, ультракилл, вот, вот. Луна. Где Дэнни, стягивает Пупей, Пупей умер, Пупей умер. Стан, Чуана, Лос, БКП, Захол, троих, раз, раз, Лос умрет, Дэнни, ульт. Два! Шоу бить! Шоу бить! Три! На, блядь! Еще вопросы?
was what he had beforehand. Oh, so much damage. Arsar's really in a lot of trouble. There goes the Black Hole pulling a force back, getting an EMP as well. Arsar on low life, and then the pull back into the wall again by the Darkseer. Monix on the run, double kill for Light of Heaven. And there's a wonderful tornado pulling all of Na'Vi up into the air, but Blink out from Na'Vi. And it's going to be Dendi on the chase. Will he go for the body block as well? Yeah, he is. Funnik nowhere to run, holding him in position, so we're forcing him the job, and then Dendi. They don't have a ward looking for this, gonna play no, ward from Venomancer. Otherwise they wouldn't fire tornado up there. Oh. Na'Vi's gonna come in from behind. Yeah, and they got perfect vision because of Arsar's plague ward. They know exactly where Dara is, and the fact that they're now inside the Rosh pit, they're gonna come from the other side, so now they drop down their own ward. But this is, what the hell, this shoe's on the other foot. Is there advantage for being on the Dire side? Not when the Dire goes to the Radiant side. But they're going to try and make a move in. There's the blink in by Dendi. He'll force in there too. Arsar instantly popping the ultimate. Really fearing it. Funnik with the BKB. But Dendi, he actually gets out of that one. Then goes the AM ultimate with the back, with the wall. And it's going to be Dara dropping to the floor. Naga goes down as well. It's an iron shell and everything else they need. Dendi will chase down the sole survivor of Dara. And that is God dying with them all in the middle lane. I don't know, one last right click. Why is it not invoking? You can still invoke. Duke, yep, goes in mid. Dendi. Yeah. Oh, yeah. They have all their ultimates up, so there's going to be one last big fight for them. There's Naga's ultimate again. Avor's got more life this time, but Manus got Ravage, and Enigma's got Black Hole. And there's Dendi and Puppy caught out, but Avor's just ripping through Goblin's life. There goes the Ravage. The wall is up for Na'Vi, and Dendi smack bang in the middle, gets a silence off too. Shadow Shaman is down, Funny's trying to retreat out, but Puck Coleman holding him in place and gets a stun, and there goes Tide as well. That is GG. One last stun strike to rule them all. Na'Vi will take out game number... Ой, Ратюни, если нас обойдут в спину, а нас обойдут в спину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, боже, обходят спину команду Na'Vi. Так, IG, обходят. Сон. Лос БКПшечка. Проход. Да. Не зря. 3-4. Да. БКПшка, стоп. Минус 5! Вот это драка! Трипл килл от Дэнди! Вот это домой!